Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые подписчики. Ранее я анонсировал проведение конкурса от компании «Кровмонтаж» с розыгрышем призов для победителя. Сегодня я рад сообщить о старте этого конкурса прямо с этой минуты. Об условиях конкурса я сообщу в этом видео, но для начала я хочу вам рассказать и продемонстрировать, какие будут разыгрываться призы, об их качестве и назначении. Итак, призы в студию. Представляю вам профессиональный инструмент кровельщика и экипировку. У нас разыгрывается ремень профессиональный, монтажный, в комплекте с подсумком профессиональным. С мягкой подкладкой он разгружает спину. Довольно-таки прочные карабины сделаны. В общем, долговечный материал. В комплекте к ремню идет подсумок кровельщика. У кровельщика подсумок должен быть на боку, чтобы у него свободный ход ног по кровле. Одной рукой он держится за страховку. Если он левша, то с левой руки. Если правша, с правой руки. Здесь 9 карманов. Держатель молотка. Держатель монтажки для саморезов разного калибра. Большой подсумок для ножниц, кроечка и разного инструмента. Имеется также насадка для рулетки. У этого подсумка есть еще ножка дополнительная. Можно устанавливать на крыше, либо у вас где-то на верстаке. Взял с собой старичка. В принципе, он и сейчас готов к бою. Но по опыту знаю, он сильно оттягивает любой ремень, да, тряпчаный, либо кожаный. Он сворачивается в трубочку, немножко поддавливает. Вот эта часть бьет об бедро. Новый подсумок, который я выбрал для себя. Фирму я вам не говорю, потому что это не реклама. Я очень доволен. Моя задача не реклама. Этого сразу предупреждаю, но товар качественный. Замок на этот ремень к комплекту, все застегивается одним движением. Он уже у вас висит, делаете клик и снимаете. Очень удобная вещь. Молоток кровельщика. Кто не знает, вот именно этот молоток кровельщика. Он может исполнять несколько функций. Функцию гвоздодера, просечки, вот этим острием можно делать отверстия, и молотка. Но молоток здесь еще особенный. Здесь можно забивать гвозди одной рукой, то есть не держа гвоздь. Здесь вставлен магнит, держатель для гвоздей. Этот молоток кровельщика для штучной кровли, для металлочерепицы, для катепала, для керамической черепицы, для фальцевой кровли молоток другой. Здесь рифленая поверхность. Молоток выполнен из высокого коллегированной стали, инструментальной, каленный, цельнометаллическая ручка. Это не молоток, это мой друг. Представим, что я ошибся, мне надо вырвать этот гвоздь или удалить эту доску. Он выполняет функции монтажки, ломика. Поддеваем доску, появился гвоздь, и легким движением вы этот гвоздь удаляете. Нужно забить гвоздь. Одна рука у меня занята канатом. Как это сделать? Я достаю из подсумка, вставляю гвоздь. Здесь специальная магнитная насадка. У меня или я держусь за какую-то балку, мне неудобно. Я вбиваю гвоздь. Готово. Как я использую? Вот если я работаю на кровле, молоток, мне надо с ним разлучиться на буквально 2 секунды. Я делаю такое движение. И продолжаю, допустим, работать шуруповертом. Я знаю, мой друг всегда рядом. Скользко, я беру за своего друга и подтягиваюсь. И он мне помогает. Да, и ребята мне подсказывают, что если сильно кто-то раздражает, тоже можно решить проблему таким способом. Молоток вставляется. Вот кровельщик экипирован, экипировка заметно вас разгружает. А следовательно, повышается производительность труда и скорость работ. Вот такие замечательные призы достанутся победителю конкурса, который объявляет компания «Кровмонтаж». А теперь об условиях конкурса. Это будет видеоконкурс. Чтобы стать участником конкурса, нужно, первое, подписаться на наш канал. Второе, прислать интересное видео, связанное со строительством. Это может быть видео, снятое на обычный мобильный телефон. Я знаю, что все вы что-то мастерите, дома делаете. Нужно прислать небольшой видос, что-то интересное, что вы сделали своими руками. Это может быть что угодно, лишь бы было это креативно, интересно и какая-то полезная вещь. Это может быть обычное видео каких-то приспособлений, полезных в хозяйстве. Чтобы это было, главное, интересно и полезно, и информативно. Мы обязательно прокомментируем, проведем справедливый конкурс, выберем самое интересное. Мы определили крайний срок подачи ваших видео, это на Рождество, 7 января. До Рождества принимаются подачи видео, ссылочки вашего видео прямо оставляйте в комментариях. Либо на эту почту мы определим победителя. Победителя этого конкурса и почтой, где бы победитель ни жил, доставим эти призы подарком. Это говорю вам я, Мороз Алексей, компания «Кровмонтаж». Пока!